капитан Селиванов, я капитан Иванес. Во-первых, не капитан, а майор. А во-вторых, что вы здесь делаете? После вашего разговора с базой, когда вы сообщили, что обнаружили тела группы НАТО, нам было поручено доставить тела погибших на вскрытие в лабораторию, а также защитить вас во время новой бомбардировки зоны. Ну и, как вам прекрасно известно, буквально несколько минут назад было объявлено, что ваша миссия прекращена. И у нас теперь есть приказ о сопровождении вашей группы и Джон Макфаден на главную базу. Вертолет должен быть здесь через час. Мисс Макфаден, мне очень приятно, что вы оказались живы. Миссия прекращена? С чего вы это взяли? Майор, разве вы не приняли нового приказа вашего генерала Павлова? Очень странно. У меня есть прямой приказ от этого русского генерала. Пожалуйста, свяжитесь с главной базой, если вам необходимо подтверждение. Так и сделаем, будьте уверены. Говорит Селиванов, пароль Всеслав. Прошу повторить наше текущее задание. Прием. Майор, немедленно возвращайтесь на базу, ждите там дальнейших указаний. Вертолет заберет вас на крышу музея через несколько минут. Подтвердите. Вас понял. Эвакуация вертолетом с крыши музея. Конец связи. Благодарю вас, коллеги. Один из трупов вы найдете у входа в канализацию, другие в районе порта. Приятного вам путешествия. Странно, но приказ есть приказ. Ну да ладно, значит, теперь пойдем искать эту проклятую крышу. Чувство, что мы здесь не одни.
Thank you.
Дорогой, сейчас мы тебе поможем. Чик и на небеса. Господи, как я от этого устал. Тарас, пристрели это чудо побыстрее. Подождите. Если оно еще способно разговаривать, может, в нем сохранилось и что-то человеческое? Нет? А вдруг? Не знаю. Вряд ли мы можем на это рассчитывать. По крайней мере, не в этом. Ну, пожалуйста. Thank you.
не знаю, как это все могло произойти, но я, по крайней мере, не потерял рассудка, как все остальные. Моя фамилия Орловский. До того, как этот город превратился в эту преисподнюю, я был вахтером этого музея. Это случилось буквально за пару минут. Уже наступил вечер. Я занимался кое-какой мелочевкой с новыми экспонатами, когда вдруг почувствовал дикую боль в животе. Затем мой позвоночник начал скручиваться буквально на глазах. Вы не можете даже представить, как было больно и страшно. Но вы все-таки сохранили рассудок. Если вы хотите, то можете присоединиться к нашему отряду. Командир, я думаю, что это будет серьезной ошибкой. Пожалуйста, не бойтесь. Я действительно полностью себя контролирую. Ну просто чудо в перьях. Держись от меня подальше, понял? Ладно бы один только вид, так ведь еще и запах. Ненавижу. Майор, вы позволите мне вас так называть? Итак, майор, я искренне надеюсь, что мои новые силы пойдут на пользу вашему отряду. Однако, могу ли я надеяться, что когда-нибудь я снова стану самим собой? Как вы думаете, существует ли в этом городе способ излечиться от этой болезни? Я не знаю, Орловский. Мы здесь как раз для того, чтобы это выяснить. Но я не хотел бы давать вам никаких ложных иллюзий. Когда вы прогуляетесь с нами по городу, поймете сами. Конечно, конечно. Я прекрасно понимаю вашу ситуацию.